Привет, с вами Настя Авт, и сегодня я хочу показать свои старые ролики с 2017 года. Хочу сказать, что ваши глаза пострадают, и за это я не мучаюсь, ведь они очень стыдливые. Ну давайте начнем. Как еще я этот шедевром называла своим крутым оригинальным мемом? Как? Дальше пойдет еще один шедевр, который я тоже благодарю. Господи, убейте меня. Окей. Well, bye. I knew it. You do love me. I'm here, bye-bye. Знаете, давайте каждому так вот видеть. Вы говорите, пока она ревет, а вы ее просто обнимаете. И потом бежите и говорите, что я не твой парень. Давайте так всегда делать. Если что, это сарказм. Поняли? Ты дурак, да? Не, я кошачий. Стоп, типа, мы типа пара, и у нас ребенок есть. Господи, что это, блядь, такое? Люди, больше нет таких идиотов, как я. И мне просто за это стыдно. Знаете, с вопросом Майовски, я соглашусь. Я реально дурак, что шипела их раньше. Привет, тебя как? Жасмин Волк, а что? А тебя как? Нест Гео. Нест! А что ты, кстати, на меня так смотришь? Таким подозрительным взглядом. Я тебя просто никогда не видела. Меня никто не раз не видел. Я только что сюда пришла. А что такого? Ну, просто у нас редко новенькие появляются. А, кстати, ты какой вообще учитель? В смысле? Кто не понял данную шутку, то я скажу. Раньше я участвовала в фэндоме Don't Hurt Me, I'm Scared. И там были, как сказать, учителя. Она спрашивает, какой я учитель. Хотя я никакого толка-то не понимаю. Сейчас я в этом фэндоме даже не участник. Поэтому без вопросов. Хорошо? Учитель. Ну, дофиниса? Это как-то сказать. Это шо? Учитель моя. Ну, ты какой учитель? Ну, я тебе сказать слышу. Я вообще не учитель. А что? Странно. Учитель. А я думала, давай. Я сначала подумала, что ты вообще из другого шоу пришла. Такого не бывает. Так, я попыталась так изобразить крики котов. А тут они даже не в тему. Так зачем я их ставила? Логика Насти просто отсутствует. Вы послушайте, как это слышится. Лучше бы я их убрал. Для меня это просто дебилизм. Господи. А если я скажу, что это были коты? Я ничего. Ладно, извини. Как-то странно все. Только ты откуда берутся, то я здесь как-то странно появилась. Да конечно, зачем же переписывать видео, если можно все оставить так же. Ты, конечно, как-то странно. Я же тебя тоже не видела, а ты меня тоже. Да вы этот вопрос уже в первой половине задавали. Что вы говорите? Ты телек лоб есть. А я это не плохо, я чистый. На английском подойдет. Чем я сказала, как это переводится? Зачем? Зачем? Объясни мне, зачем? Ладно, все, пора. Потом говорим. Смотрели все видео? Можете на моем канале Настин Волкова посмотреть полное видео. Вы посмотрите, какая локация, какие сюжеты, какие разговоры. Просто круто.
Надо столько включить некрякнутый понтикам, листать картинки, не переписывать, и все готово. А с вами была Настя. Спасибо за просмотр. И пожалуйста.